Ребята, всем огромнейший привет! Ну, давненько мы не записывали футбольные матчи. И вот интересный повод наступил. В одном из ивентов мне попалась команда LOSC. Одна из сильнейших команд мира. Приложение Big Win Soccer. У команды... по-моему, у нее более 4200 побед в ежедневных турнирах. Она 14-я в мире по количеству побед именно в этих турнирах каждодневных. Ну и вообще часто входит в тройку команд ивента еженедельного. Поэтому очень интересно, увидев такой матч, стало мне его записать. Состав вы видите. Тут все, как говорится, рассуждения излишни. Ну что, вот такой матч. Сейчас посмотрим. Спартак Москва LOSC. Видите, у команды 82 тысячи побед в матчах. Ну что, поехали, что из этого получится. Спартак начинает с центра поля, переходит на половину поля соперника. Маркао, пас, вот тут Кубинаги отдал назад. И снова мячом Кубинаги, удар, гол, 1-0. Первая же атака Спартака. Фернандо Кубинаги открывает счет, 1-0. Прекрасное начало. Ну и еще раз повторюсь, играем против одной из самых сильных команд. Ох, тут уже из, по-моему, за пределами лицевой линии бил нападающий LOSC поворотом Спартака. Снова LOSC в атаке. Нет, Глушаков перехватил мяч. Николай Рассказов. Снова Глушаков, Рассказов. Олег Скавинаги. Отличный удар. Переправляет на угловой. Вратарь, гол, вратарь переправил, Маркао подправил, 2-0, вот так вот. К середине первого тайма Спартак уже в два мяча имеет преимущество. Теперь атака соперника, удар, да, здесь Дориан Эссе, вот, с такой фамилией футболист. Быстро отыграли один мяч. И снова с центра поля уже Спартак начинает. В атаку идут футболисты LOSC. Кутепов здесь здорово с ними разобрался, с атакующими игроками соперника. Отдал пас Горбатенко. Алекс, ох, здесь прервал. И мяч дошел до Кубинаги. Фернандо бить! Пенальти зарабатывает Фернандо. Маркао пробивает и вратарь спасает. Вот это неожиданно. Я думал, сейчас мы снова в два мяча будем иметь преимущество. После этого 11-метрового вратарь спас. И сейчас ответная атака. Уже время истекло первого тайма. Опасно! 2-2! Вот так вот. Не забиваешь ты, забили тебе. Уже в компенсированное время первого тайма пропустил Спартак гол. 2-2. И все сначала, все сначала. Вот так вот вместо 3-1 получили 2-2. Пенальти Маркао не реализовал. И сейчас, ну, воспряли духом просто игроки LOSC. Ромальо. Тоски прерывает атаку. И начинает атаку своей команды Рассказов. Коля, отличный пас на Маркао. Алекс Кубинаги. Отличный удар сходу. Угловой Рассказов подает. Подача Кубинаги в упор. В упор расстреливал вратаря. Снова на угловой переводит мяч соперники. И снова Кубинаги. И снова будет угловой. Ну что, Коля, давай хорошую подачку. И вот на дальнюю штангу. А здесь Маркао один совершенно оставлен. Все следили за Кубинаги. Защитники LOSC. И Спартак снова выходит вперед. В этой встрече здесь нарушение правил в атаке. Тоски травму получил. В защите будет теперь один медленный игрок у нас. И сейчас будет, наверное, вот здесь здорово. Перепасовку затеяли. Вратарь Спартака переводит мяч на угловой. И сейчас пенальти на этот раз в ворота Спартака назначается. И сравнивают счет. Ну что, вот Спартак свой пенальти не реализовал. LOSC свой пенальти забил. Маркао, Алекс, снова Маркао. И сейчас будет Рассказов подавать угловой.
А Коля подавать умеет. Ковенаги в упор расстреливает на 90-й минуте. Ну что, можно уже поздравлять с победой? Успеют дойти до ворот соперники или нет? Опасно. Ой, успели и спасает вратарь Спартака. Ну просто феноменальным броском спас от ничейного результата. Принес победу своей команде. 4-3 Спартак выиграл в этом интересном, на мой взгляд, матче. По два мяча у Спартака Ковенаги и Маркао забили. Ну что, с победой Спартак. Надеюсь, понравилась вам эта встреча. Приглашаем вас на футбольные наши матчи. Всем спасибо за внимание. Играйте с нами в Big Win Sport. Всем пока.